Всем привет, я Виксали, и я ноунеймка из интернета, который делал анимации по веб-мультику Ed's World. И просто рисовала и рисую арты по разным фандомам. А сейчас я решила попробовать себя в разговорном формате. И как вы все уже знаете, на данный момент выходит мультсериал «Отель Хазбин», который я уже посмотрела. В отличие от «Адского босса», спин-офф основного шоу, который вышел раньше, чем сам Хазбин. Хазбин мне понравился больше. Но, конечно, анимация в нем подкачала, да и есть некоторые кринжовые моменты, но это видео не обзор мультика, а перерисовка персонажей на мой лад. Редизайнами бы я это, конечно, не назвала, так как я просто поменяла некоторые детали в героях, а не кардинально их изменила. Можно сказать, что это просто персонажи в моем стиле. Первой я нарисовала ГГшку, Чарли, но спидпейн с ней я не записала. Да и сильно ее не меняла, а просто изменила ее румянец на спиральке. В целом, оригинальный дизайн Чарли мне нравится. С одной стороны, она выглядит милой и очень доброй, а с другой серьезной, благодаря строгому костюму. А еще прикольно то, что ее сделали высокой, а ее папу низким. Это забавно. Второй идет Вегги. Ее я тоже особо не меняла, но ее юбка превратилась в шорты, так как, мне кажется, не очень удобно прыгать и бегать в юбке-карандаше. Также я выделила ее повязку, убрав челку с лица. Потому что меня бесит, когда поверх челки рисуют глаза. Зачем? Да и мне изначально не было понятно, что это была повязка, так как она почти такого же оттенка, что и кожа. Ну и бантик. Я решила сделать его похожим на усики Молли, ведь волосы Вегги отдаленно напоминают крылья этого насекомого. Кстати, после следующей серии с Вегги, мне кажется, что она не Моль, а что просто это чистая случайность. А может и нет, кто знает, узнаем в будущем. Третьим идет Angel Dust. Я не очень умею рисовать антропоморфных животных или насекомых,
но я попыталась. Мне не нравится, что в Хаспине почти у каждого персонажа одинаковая улыбка с острыми желтыми или белыми зубами, из-за чего я сделала Энджелу паучьи клыки и покрасила их и зубы в розовый цвет. А язык для контраста в голубой. Еще я поменяла чокер на цепочку, так как это просто черная полоска, а так она теперь желтая. Но ее мог подарить Валентина. Также вы можете заметить, что у него нет золотого зуба. Его я заменила на татушку в виде сердца на груди. Но ее особо не видно. Это означает, что Энджел принадлежит Валентина. Типа, у Вала символы сердца везде, и мне показалось интереснее сделать именно такое тату. Райан Гослинг. Следующий хаск. И у меня все та же проблема с антропоморфными животными. К хаску у меня была претензия по поводу телосложения и узора на крыльях. А зачем они ему вообще? Телосложение в сериале у него худощавое и вытянутое. Как почти у всех персов в Хаспине. Но ведя такой образ жизни и иметь силу поднять демона одной рукой, мне кажется, у него должно быть крепкое телосложение. Еще я добавила ему белую рубашку, которая подчеркивает его неряшливость. Размер крыльев я уменьшила, но зато добавила объемный хвост. Ну и узор я убрала, так как зачем это лишняя пестрость. Ну и чтобы показать, что он любит играть в азартные игры, я засунула карты в карман рубашки. А теперь Аластер. Его я тоже особо не меняла, кроме как костюма и прически. Пальто и штаны я решила сделать одной расцветки, а жилетку темнее. Также перчатки и кофта у него стали серого цвета, чтобы хотя бы что-то было не красным. Бабочку я заменила на галстук, так как почти у всех персонажей Хаспина она есть. А вот прическа в оригинале у него интересная. Но выглядит как что-то современное, а ему, как челу из 20 века, мне кажется, лучше сделать прическу из его времени. Ну или хотя бы похожую. Получилась зализанная прическа с выбивающимися прядями. А на замену ушам из волос я нарисовала ему эльфийские уши.
Ну и палка превратилась в радиомикрофон все того же 20 века, но нарисовала я ее в виде пентаграммы. Как оригинально! Ну и последний персонаж – это Вокс, который превратился в мой любимый типаж персонажей. В моей стилистике рисовать телевизор вместо головы – это было бы странно. Так что я нарисовала экран на человеческом лице. А за этим экраном может скрываться что-то ужасное. Наверное. Ну и телосложение я ему сделала среднее, чтобы был контраст на фоне худощавого Алластера. Смол. Ха-ха-ха-ха. А еще у него каблуки, если приглядеться. Ха-ха. На этом все. Полную версию артов вы сможете увидеть в моем телеграм-канале. Также там выкладываются материалы с моим комиксом и просто арт по разным фандомам. Ссылочки на ТГ и остальные соцсети в описании. Всем спасибо за просмотр. Bye!